Змеи. Эти интересные рептилии вызывают огромную бурю эмоций у каждого из нас. Некоторые люди в восторге от их грации и пластики, другие смотрят на них с отвращением и опаской. Это не мудрено, ведь во многих художественных фильмах и приключенческих историях именно змеи зачастую представляют опасность для путешественников. Это может быть неимоверно ядовитый коралловый аспид или королевская кобра, а также удивительно сильный питон или анаконда, которая сегодня является самой большой змеей, проживающей на Земле. В фильме «Анаконда» команда путешественников, совершающих вояж по сельве Амазонки, сталкивается с этим проворным и хитрым хищником, который заставляет их неистово бороться за свою жизнь. Сегодня именно анаконда является самой крупной змеей на планете, а 9-метровое туловище выглядит поистине исполинским. Но все познается в сравнении, и самая большая ныне змея была далеко не на вершине пищевой цепочки. Некогда вся планета принадлежала огромным рептилиям, которые населяли практически каждый уголок Земли. Речь идет о динозаврах, которые безраздельно властвовали на суше миллионы лет назад. Это знаменитый аллозавр, тираннозавр и другие массивные и агрессивные хищники, способные одним только видом привести в оцепенение и внушать настоящий страх. Доподлинно неизвестно, что стало причиной гибели огромного сегмента динозавров. Метеорит, ледниковый период или глобальное потепление. Но ясно одно – сегодняшние потомки этих животных являются бледными копиями своих прообразов. Аналогичная ситуация касается и рептилий, или пресмыкающихся. Даже самая внушительная анаконда или королевский питон выглядели бы небольшими ужами на фоне одного из гигантов палеоцена – Титанбоа. Титанбоа – вымершая сегодня змея, которая жила в эпоху палеоцена – от 66 до 56 миллионов лет назад. Считается крупнейшим известным представителем подотряда змеи. Около 58 миллионов лет назад чудовищная по размерам змея выползла из болотистых джунглей Южной Америки и начала наводить здесь порядки, охотясь на различных небольших динозавров. При весе более тонны и размером 15 метров, приблизительно 50 футов, гигантская рептилия могла проглотить целого крокодила, не потратив серьезных усилий. И самое интересное то, что до недавнего времени ученые не предполагали ее существование. Сдвиг в этой области случился в 2002 году, когда ученые-палеонтологи обнаружили древние окаменелые остатки в шахте Середжон в Колумбии. В одном из пластов сохранились отложения тропического леса палеоценовой эпохи. Возможно, это был один из первых тропических лесов на всей планете. Помимо окаменелых листьев и растений, они обнаружили таких огромных рептилий, что невозможно было даже представить. Такая находка привлекла немало внимания, и лучшие умы в этой области занялись более пристальным анализом. Дальнейшие раскопки привели к тому, что было обнаружено множество останков, предположительно принадлежавших нескольким десяткам особей. Большинство из них после проверки оказались взрослыми змеями, но были и небольшие молодые экземпляры. Ученые продолжали составлять портрет змеи и пришли к нескольким удивительным выводам. Это была действительно сложная задача, ведь черепа змей имеют иную структуру в сравнении с человеческими, и их гораздо сложнее найти неповрежденными. Когда животное умирает, соединительная ткань разлагается, и все отдельные кости обычно рассредоточиваются. Они тоже очень тонкие и хрупкие, и часто разрушаются. Поскольку Титанобоа такой большой, это одна из немногих змей, которые действительно попали в летопись окаменелостей. Но палеонтологам повезло, и они смогли найти большое количество останков. Благодаря этому они смогли лучше понять, как жил и выглядел Титанобоа. Реплика в натуральную величину теперь выставлена в Смитсоновском музее естественной истории в Вашингтоне, а в 2013 году состоялся общенациональный тур. Анализ окаменелостей, датируемых 58 и 60 миллионами лет назад, показал интересные результаты. Исходя из экстраполяции размеров тела, сделанных из выкопанных позвонков, отдельных участков позвоночника, палеонтологи подсчитали, что длина тела среднего взрослого титанобоа составляла примерно 13-15 метров
а средний вес – около 1150-1300 килограммов. Для сравнения, это вдвое длиннее самой длинной змеи, живущей сегодня, и в 4 раза тяжелее гигантской анаконды. Это определенно змея, с которой вам не хотелось бы встречаться. Титанобоа наиболее близок по структуре и поведению к современным анакондам или удавам, но до сих пор не ясно, кто именно из нынешних рептилий приходится ему ближайшим родственникам. Предполагается, что у титанобоа могло быть более 250 позвонков. По крайней мере, один почти полный экземпляр с черепом был восстановлен. Присутствие такого большого количества особей таких же гигантских размеров показывает, что 13-метровая длина, вероятно, была нормой для взрослых особей этого вида. Для сравнения, взрослые анаконды в среднем составляют около 6,5 метров в длину, тогда как рекордные анаконды имеют длину около 9 метров. При этом никогда не было найдено ни одной живой змеи с подтвержденной длиной более 9,6 метра. Титанобоа определенно является настоящим титаном на фоне современных рептилий. Почему эта доисторическая змея стала такой большой? Что ж, в том-то и дело, что территория, в которой он жил, способствовала его росту. В то время в Колумбии и Перу, той части Южной Америки, где жила и охотилась эта змея, было очень жарко и влажно. Фактически температура всегда была бы на высоком уровне, что позволяло хладнокровным быть активными и чувствовать себя комфортно. Это действительно полезно для рептилий, таких как титанобоа. Статистика показывает, что размеры хладнокровных всегда увеличиваются в районах с высокой температурой и высокой влажностью. Считается, что огромный размер змеи также тесно связан с климатом палеоцена. У змей, как и у других пойкилотермных хладнокровных животных, скорость метаболизма зависит от температуры окружающей среды. Чтобы поддерживать нормальный рост, змеи должны иметь необходимое количество тепла. Рептилиям потребуется исключительно теплая среда, чтобы вырасти до размеров титанобоа, такая как та, которая характерна для эпохи палеоцена. Титанобоа, вероятно, большую часть времени проводил в воде. Осадочная структура горных пород региона и сохранение водолюбивых организмов в виде окаменелостей в пластах указывают на то, что регион был заболочен. Точно так же современные анаконды проводят большую часть времени в воде или около воды, где они прячутся среди растительности на мелководье и устраивают засады на добычу. Весьма вероятно, что у титанобоа были похожие привычки, потому что большие размеры животного сделали бы жизнь на суше затруднительной или невозможной. Один из самых интересных фактов о титанобоа заключается в том, что хотя он немного напоминал современную анаконду, он, скорее всего, не охотился так, как она. Современные анаконды охотятся, обвиваясь вокруг своей добычи и сдавливая ее до смерти. Титанобоа, вероятно, этого не делал. Скорее всего, он подкрадывался к своей добыче и одним быстрым ударом кусал ее в жизненно важные точки. Это обездвиживало и пугало жертву, и только потом титанобоа опутывал свою будущую пищу и неторопливо поглощал ее. Конечно, он так же, как и удав, был способен при необходимости сжимать добычу, хотя это был не первый вариант охоты. Титанобоа, скорее всего, делал ставку на резкость и быструю атаку. Еще один интересный факт об этой рептилии заключается в том, что это было плотоядное животное, которое охотилось на самых разных жертв. Титанобоа был поистине всеядным, и его добычей становились самые разные жители планеты. Он мог есть множество мелких рептилий и птиц, и даже охотиться на крокодилов. Определенно, эта змея могла противостоять крокодилам, которые сегодня в обилии водятся в землях Амазонки, и делать их своей закуской. Интересные факты о титанобоа. Несколько простых фактов, которые позволят вам удивиться этими колоссами от мира рептилий. Титанобоа – самая большая змея в мире, среди всех существующих ныне и ранее. Его длина составляет примерно 13 метров, а вес – 1150 килограммов. Рептилия существовала в эпоху палеоцена, около 60 миллионов лет назад, и не дожила до наших дней. Первые окаменелости были найдены в 2009 году в угольной шахте в Ла-Гуарира в Колумбии. Ел титанобоа относительно редко, но за один присест он смог бы проглотить настоящего крокодила. Вполне возможно, что они также составляли часть их рациона, наравне с небольшими рептилиями и даже птицами.
После приема пищи и поедания такого крокодила титанобоа мог бы вполне нормально обходиться без еды вплоть до года. Основной ареал обитания этих гигантских змей – это теплый регион формации Серихон, что в Колумбии в Южной Америке. Титанобоа – это составное название, обозначающее «титановый удав». Согласно выводам ученых, именно удавы и анаконды являются ближайшими современными родственниками этой колоссальной рептилии. Интересно то, что после исчезновения динозавров это животное, титанобоа, было самым крупным хищником на поверхности планеты в течение как минимум 10 миллионов лет. Впрочем, период царствования на вершине пищевой цепочки также подошел к концу, и змеи были вынуждены покинуть этот пьедестал. Сегодня они сохранились только в виде пещерных окаменелостей или музейных экспонатов. Но это еще не финал, и некоторые ученые пришли к ошеломительным выводам. Суть в том, что титанобоа, как и многие другие животные эпохи палеоцена, любил теплый и влажный климат. Об этом также говорят и окаменелости, извлекаемые в Колумбии. Это навело ученых на мысль о том, что тропические растения и экосистема в целом способны справляться с высокими температурами и высокими уровнями CO2, который является еще одной серьезной проблемой в связи с нынешней тенденцией глобального потепления. То есть климат планеты Земля может постепенно, спустя миллионы лет, снова вернуться к климату палеоцена, так благоволящему развитию гигантских рептилий. Возможно, растения и животные тропиков сегодня уже обладают генетической способностью справляться с глобальным потеплением. И в этом случае существует не нулевая вероятность, что такие змеи, как титанобоа, смогут снова вернуться к жизни и снова взобраться на вершину пищевой цепочки. Впрочем, говорить однозначно нельзя, ведь эти догадки остаются лишь на уровне отдаленных теорий. Пока же титанобоа – это поистине колоссальный хищник, который может поразить воображение и заставить удивиться. Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!